Всем привет! Сегодня у нас будет эксперимент. То есть мы будем проверять, какой же процент спирта получится при помощи вот таких насадок. Вот. Значит, что? Для начала мы сейчас попробуем это все собрать. Как это все получится? Для начала мы скручиваем РПН-ку. Так, плотничком, чтобы наши спиральки не попали вовнутрь. То есть, в принципе, как мы видим, все отлично. Ставим. Вот это ставим. Так. Прикручиваем. Так, дальше. Ну а дальше засыпаем наши спиральки под самую под завязку. Так вот. Далее. Далее берем наш мини-дефлегматор. И все делаем то же самое. С точностью до наоборот. Сюда вставляем наши такие вот спиральки, немного подлиннее. Они как бы тоже будут задерживать всякую дрянь, но также не будут пропускать, чтобы эти спиральки у нас попали в эти дырки. Так. Все тщательно фиксируем, чтобы ничего никуда у нас не упало и не пропало. Так, ставим кольцо, ставим дефлегматор, все это дело прикручиваем. Так. Блин, ну, по теории должно быть лучше. Ну, блин, по практике не знаю. Короче, без этих всех доработок у меня продукт получался самый большой 87 градусов. Но с этими доработками, я думаю, должно быть немножко побольше. Вот как раз сегодня мы это увидим. Удостоверимся, есть ли смысл в меди. Вот так вот. Ну, в принципе, что, запускаем нашу шарманку. Сейчас я это все соберу. Ну и проверим, сколько же будет на выходе чистого продукта без голов и без хвостов. Именно одно тело буду как раз замерять. Так что смотрим, не переключайтесь. Так, ребят, короче, слил я некоторое количество для измерения. Измерять будем ASP3. Так, смотрим, сколько же получается у нас процент. Блин. Так, подставить что-нибудь, наверное. Сейчас посмотрим, есть ли смысл этих доработок или нет. Ну, как ни странно, как мы видим, 90,
92. Я думаю, видно, да? О. Но что-то в этом есть, в этих доработках. Смысл однозначно. Потому что 92, до этого было 87. Но опять же, эти СПН-ки самодельные. Что-то значит вот такой вот струйкой. На малом огне. Ну, нормально, ребят. Считаю, что эксперимент удался. Короче, у кого есть возможность, насыпайте в царгу СПН. Делайте продукт более качественный. И все будет классно. Ну, в принципе, на этом и все, я думаю. Ребят, всем спасибо за внимание. Удачи и пока.